Неправильная нагрузка, сидячая работа, отсутствие физической активности. Все это не только сказывается на здоровье нашей спины. Поэтому предлагаю разобрать упражнение, которое может помочь это исправить. Исходное положение стоя. Стопы поставьте вместе, руки опустите вниз, плечи расправьте. Одновременно на вдохе поднимите руки вверх, встаньте на носочки и потянитесь. Задержитесь в этой позе на 3-5 секунд. На выдохе возвращаемся в исходное положение и опускаем руки. Так мы выполняем 10-12 повторений. Можно ли ноги поставить на ширине плеч? Нет, ноги у нас стоят строго вместе. Мы должны натянуться как струнка для того, чтобы разогнать кровь по всему телу. А достаточно ли этого одного упражнения для утренней разминки? Для утренней разминки, к сожалению, недостаточно данного упражнения. Нужно выполнять комплекс, который состоит из 5-7 упражнений. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! До встречи в следующих выпусках!